Аслам, адыгейская соль снова на зеленой неделе. Вот неделя только началась, но спрос уже есть. Да, мы на зеленой неделе. Да, уже первый день нам приятно встречают. У нас старые друзья приезжают. Некоторым вот, немецкоязычным значит, бюргерам, когда они подходят, я им начинаю на немецком объяснять. Я говорю, знаю, я говорю, уже знаю вашу соль. Я вот еще раз пришел к вам. Спасибо, что вы приехали. Понимаете, очень приятно. Вот сколько лет мы приезжаем, и каждый год у нас растет паство. Паство тех людей, которые любят наш продукт. Мы очень рады, что у нашего продукта много-много появилось друзей, и мы намерены и дальше работать, делать наш продукт достоянием все больше и больше людей. Всех мы вас ждем. Ждем в нашем стенде. Как обычно, как всегда. Вы попробуйте наши блюда, вы попробуйте больше привезти наши продукты. Как всегда, мы в этом году не поменяли наши цены, также и евро пакетик. Пожалуйста, приезжайте, приходите, мы будем рады всех вас здесь видеть. Какой стенд? Зал 6-2, стенд 111. У нас тут Россия, очень много предприятий с России. Либо села. Вы не пожалеете, если вы посетите нас. Какие перспективы адыгейской соли в Германии? Как мы непременно здесь будем расширять свое присутствие. Мы хотим попасть на прилавки всех магазинов. Но пока партнеры слабо откликаются, но мы будем стараться. Самое главное, что его обыкновенно покупать не знаем. Вы были на встрече предпринимателей 2 года назад в Берлине. Да. Предприниматели с вами познакомились. Потом мы представляли в течение 2 лет продукт на других встречах. Правильно. Так что я думаю, что постепенно все будет. Конечно, мы будем это продолжать встречаться, будем говорить, да, это очень хороший продукт, да, мы полюбили этот продукт, я думаю, что действительно, как никакой другой продукт, соль никак нельзя не есть ежедневно, печенье, колбасу, я извиняюсь, но много-мало ежедневно надо есть соль, а тем более наша соль, она с витаминами, минералами,